Стало известно имя абсолютного победителя 11-го республиканского конкурса «Будущие дипломаты». Им стал ученик 11 класса средней школы номер 5 города Якутска Егор Аргунов. Теперь его номинируют на премию президента России по поддержке талантливой молодежи. Помимо этого, победитель конкурса имеет право за счет бюджета республики поступить на целевое место в дипломатическую академию МИД России. Я к этому стремился долгие годы, и я, конечно же, не ожидал такой победы. И для меня это было очень приятно. Я планирую хорошо сдать ЕГЭ и после сдачи ЕГЭ уже начинать поступать в дипломатическую академию, воспользоваться этой возможностью и переехать в Москву, стать там студентом. Я хотел бы поблагодарить свою учительницу, которая позвала меня на этот конкурс, Пелагею Семеновну. Она учит детей в школе номер 17, где я раньше обучался, и именно она вдохновила меня на то, чтобы принять участие в этом конкурсе.